Поселок Лао. Здесь на улице Астраханская возводят детский сад на 210 мест. Сейчас рабочие бетонируют фундаментную плиту, то есть приступили непосредственно к строительным работам. Им предшествовал сложнейший этап противооползневых работ. Участок сложный, перепад до 12 метров. Пришлось построить 200 погонных метров железобетонных подпорных стен. На сегодняшний день эти работы практически в объеме 90% завершены. У заказчика в данный момент не вызывают опасений, связанных с благополучным выполнением обязательств по срокам сдачи объекта в эксплуатацию, так и по качеству выполняемых работ. Строительство ведется даже с опережением графика. Пока рабочие трудятся в одну смену. А уже в апреле, когда начнется монтаж инженерных систем, добавится и вторая. В декабре этого года детский сад должен быть сдан. О том, какие еще социальные объекты сегодня возводят в Сочи, речь шла на встрече главы города Анатолия Пахомова и его заместителя по строительству. Если город строится и строятся социальные объекты, значит город живет. Хочу сказать, что начиная с 91 года и заканчивая 12 годом, к сожалению, в городе не построено было ни одной школы, ни одного детского дошкольного учреждения, ни одной поликлиники. Мы до прошлого года построили 5 общеобразовательных школ, порядка 19 объектов детских дошкольных учреждений. Тем не менее, острота и в школах, и в детских дошкольных учреждениях практически еще не снята. У нас на сегодняшний день в работе 3 объекта, которые строятся. Это верхняя веранда, школа на 200 мест и 40 мест детский сад. Инженерные сети полностью подведены, кроме электроэнергии. По электроэнергии сегодня Кубанэнерго занимается этим вопросом. Сам объект, строительная готовность, это порядка 70% по объекту. Никаких сбоев нет, работа ведется по графику. Уверенно мы можем сегодня говорить о том, что дети уже 1 сентября с верхней веранды из прилегающих сел пойдут в новую замечательную школу. Еще одна школа строится в Веселом. Она откроет свои двери для 400 детей. Ну а по школам на Мамайке и в Совет Кваджи направлены документы в край для включения их в федеральные программы. Не оставляют без внимания и объекты культуры. Так, в Адлере на улице Кирова художественная школа увеличится на 500 мест за счет ремонта соседнего здания, которое станет продолжением творческой мастерской. Этот объект был в замороженном состоянии много лет. И вот дело сдвинулось с мертвой точки. Ремонта наконец дождался и Дом культуры в районе КСМ. Мы, значит, 21 числа подписали контракт, подрядчик определен, торги состоялись. Подрядчик приступил к работе, план работы определен, финансирование объектом обеспечен. Поэтому в этом году работы там будут завершены. Зашла речь о состоянии набережной в Лао, пострадавшей в результате сильного шторма. Город уже заключил контракт на берегозащитные работы на сумму порядка 700 тысяч рублей. В середине апреля аварийно-восстановительные работы будут завершены, ну а уже после приступят к благоустройству этого важного для курортного Сочи объекта. Ольга Десятова, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.